имеем право на честный суд. 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 Там уже есть. Имеем право на честный суд. Вы видите, не пускают сейчас нас, нарушение закона в Украине, даже предъявляя украинский паспорт. Мы не можем войти сейчас на судебное заседание. Оно происходит почему-то в закрытом режиме, что является грубым нарушением закона. Нет судебной расправы! Нет судебной расправы! Унижают рабочий класс! Паспорт Украины никому не нужен. Российский надо предъявлять, наверное. Долой частные суды! 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 Долой! Женщины, давайте мы организуемся несколько человек. Попросимся, давайте мы попросимся. Кто с нами согласен? Мы за революцию. Они на коррупцию. Мы за революцию. Да, демократы, видишь, зажились. Демократы! Демократы! Требую честного, справедливого, открытого суда! Требую честного, справедливого, открытого суда! Требую честного, справедливого, открытого суда! Требую честного, открытого, справедливого суда! Требуем честного, открытого суда! Фашистов всегда закрытые суды, когда честных людей. Мы требуем от Ленинского районного суда предоставления соответствующего помещения, которое даст возможность всем, кто желает присутствовать на открытом судебном заседании, возможность присутствовать на этом заседании. Мы требуем честного и справедливого суда. Мы требуем открытых судебных заседаний. Свободу творить за ключом! Авакова, Надары! Авакова, Надары! Выходи скорее, Топаз! Не посадите всех нас!